лампочки горели, румянились в духовке пирожки. Родители чудесно хлопотали, детишки как умели лопотали. Я не о том пишу мои стишки. Я в этот день купила на Арбате одно кольцо, и так все было кстати. Его цена и тонкость алмаз как раз для мамы, просто в самый раз. Купила и счастливая бежала, и у груди коробочку держала, и дождик брызнул прямо мне в лицо. Он тоже одобрял мое кольцо. А мама девочка с Арбата, да точно там она жила когда-то. Причистинку чертила угольком и помнила собачью ту площадку, как будто вытеряла там перчатку и все искала глаз уголком. Кольцо пришлось ей совершенно в пору. Судьба неслась то под гору, то в гору. Нет мамы, нет и этого кольца, что было в мелкой лавочке добыто, потом арбатским дождиком омыто, чтоб с мамой оставаться до конца. Так 20 лет спустя пишу построчки. Вы знаете, что остается дочке? Шкатулка, ваза, может быть, кольцо. А вы же ненаглядное лицо.